Так, друзья, всем привет! Начинаю прямую трансляцию по рисованию. Сегодня мы рисуем японскую девушку с катаной. Я вам покажу рисунок. Вот такой рисунок будем рисовать. Так, я жду, пока подключаются участники. Уже есть двое участников. Всем привет! Так, я сегодня с телефона, компьютера передо мной нету. Напишите, пожалуйста, как видно. Видно ли бумагу целиком, либо видно еще эти края мольберта, фона. Да, привет, Лена. Это хорошо. Напиши, пожалуйста, как видно? Видно ли только лист, либо что-то еще? Потому что я веду с телефона, нет возможности на компьютере посмотреть, как видно. Только лист, хорошо. Так, ну мы тогда будем начинать рисовать карандашом, а потом уже маркерами. Так, хорошо, я тогда постараюсь немножко поменьше нарисовать, чтобы влезть, поместилось у нас все. Так, ну мы будем начинать с девушки, начинать с глаз. Это обычно я когда портреты рисую, то начинаю с глаз. Где-то в левой части. Рисуем разрез глаз. Сейчас камера может немножко скакать по началу фокус, я имею в виду. Но потом должно стабилизироваться. Так, вот нарисовали один глаз. Отступаем примерно такую же ширину. Ширину глаза и рисуем точно такой же глаз, может быть немножко под углом, этот глаз левый будет чуть выше. Вот стараемся одинаковые две дуги сделать. Так, если я буду торопиться, то ты пиши, Лена, я буду останавливаться, ждать. Так, дальше мы рисуем зрачки, и они будут в правом верхнем углу, то есть где-то с середины можно. И вот так в бок рисовать зрачок. Здесь точно так же. Уже стараемся, чтобы по размеру были одинаковые. Также с нижней части, в нижней части зрачка. Отмечаем блик на левом и на правом. И еще на левом глазу можно нарисовать нижнее веко.
Оно тут идет примерно на уровне зрачка. Так, потом рисуем тени от челки над глазами. То есть это еще не брови, а тени от челки. Тут как раз четко видно ее, поэтому мы можем для удобства нарисовать. Вот так. Дальше рисуем бровь. Здесь она чуть-чуть видна. Можно не полностью рисовать. Слева она видна больше. Так, примерно так. Тоже я рекомендую сразу по ходу смотреть, так чтобы было симметрично. Если что-то явно где-то несимметрично, стараться подправлять сразу. Хорошо, теперь начнем рисовать челку. Она как раз тут, там где изгиб брови, идет сюда вверх. И вот здесь тень захватывает глаз. Здесь от зрачка тоже оно идет сюда вниз. И рисуем лицо вниз сюда. Пока не заканчиваем, просто так опускаем линию. Даже можно немножко больше наклон сделать. Вот так. И потом слева, вот тут возле края глаза, тоже ведем линию, вот так отмечаем. Можно прорисовать челку. Начинаем справа такими зубчиками до середины. Здесь такое явное разделение идет. И здесь такое, где заходит на бровь. Ну так. Прям как кардиограмма получилась.
Хорошо, дальше будем рисовать нос. Примерно вот такое же расстояние, как между глазами, точно так же опускаем вниз. Да, это будет ширина носа, это крылья. Рисуем ноздри. И рисуем тень. Примерно так. Здесь слева можно немножко ниже опустить, закруглить. Так, хорошо, чуть-чуть отступаем ниже по центру, даже вот от левой ноздри, и рисуем ямку над губами. Наверное, чуть выше я нарисую, как-то слишком низко опустил. Да, вот тут будет ямка. И под ней сразу же губы будут. Рисуем такую небольшую дугу. И потом верхнюю губу. Тоже стараемся, чтобы было симметрично. Я ориентируюсь в левой части по зрачку, где-то вот губа должна вот там, где зрачок, середина зрачка, вот где-то должна и губа там быть. Тоже левая губа, уголок левой губы чуть выше получился, чем, то есть правой выше, чем левой, то я опущу. Вот, а нижнюю губу просто рисуем такую ямку с тенью. И рисуем снизу лицо. Хотел сказать подбородок, но тут не видно подбородка, просто идут тени. Так что стараемся плавно
их нарисовать. Линии должны быть плавные, такие закругленные, чтобы это была девушка, а не мужчина. Стараемся максимально все сгладить, закруглить. Так, и справа. Может быть, даже вот эту линию тоже немножко закруглить. То она слишком ровная получилась. Так, хорошо, немножко подожду. В принципе, мы будем закрашивать черным маркером, поэтому можно всегда, ну, убрать лишнее, поэтому лучше оставлять больше места, чтобы было что убирать. Хорошо, начнем рисовать волосы. Начинаем вот справа, недалеко от лица, так чтобы задать ширину и объем. Слева вот эту линию можно продлить. Так будет прядь волос. Так, давайте здесь воротник нарисуем сразу. Заодно закончим эту правую часть волос. Здесь тоже будут рваные линии. Можно даже ниже их сделать. Так, хорошо. Потом здесь слева тоже рисуем. Волосы, нижнюю часть. Тоже тут рваные такие линии. И потом можем попробовать соединить верхнюю часть и нижнюю.
Может быть, ровнее сделаю, чтобы не так сильно закруглялось. Так. Ну и верхнюю часть волос тоже можно сделать, только главное сильно близко к челку, ну не пускать челки, чтобы не была плоская голова. Вот, можно немножко даже выше поднять, чтобы был объем. Вот так. И уже когда будет прическа в целом видна, тогда уже можно подправить еще кое-какие детали. А вот тут, кстати, от глаза тоже будет тень вниз идти. Про нее забыл. Вот тут, в левом глазу. Так, ну как, Лена, успеваешь? Можем дальше? Или подождать чуть-чуть? Успеваю, да? Хорошо. Так, тогда рисуем левое плечо. Вот тут вот эта линия воротника как раз плавно переходит в левое плечо и за ним идет катана. Кстати, рисовал. Кого я рисовал? Черепашек-ниндзя. Это Леонардо рисовал. Там рисовал ему эти мечи и прямо изучал, как на японском называются все части. Интересно, что у каждой части меча есть название. Даже у самой мелкой. Ну да, ты же занималась тайкидо. Ну, просто мне интересно было. Думал, там рукоятка, там клинок, там вот эта часть. А там прям куча-куча всего. Так, здесь рисуем ромбики. Так, хорошо. Потом справа вот этот воротник продолжаем сюда мысленно. Рисуем вниз левое плечо. И оно тут плавно переходит в задний план, в холм. И потом можем нарисовать ворота. А вот тут, кстати, у нее кровь на плече идет. Можно тоже прорисовать, чтобы не забыть. Потом рисуем ворота. У них есть какое-то название у этих ворот? Вот. Как раз над глазом сразу. Нет.
Помню, когда на истории, Тории, да? Угу, спасибо. А на истории изучали Древний Китай. Я рисовал рисунки для реферата. Мне так нравилось, там всякие строения. Мне так нравилось реферат писать, как именно рисовать рисунки к нему. Думаю, тут все понятно с этими элементами. Так, нарисуем здесь нижнюю часть, чтобы она у нас все поместилась. Немножко, наверное, не рассчитал с размером, ну ладно. Так, перегородки рисуем. Ясно, Лена. Жаль, что так. Да, все зависит от родителей, от первых учителей. Здорово, что сейчас тебе нравится рисовать, получается. Так, тут рисуем такие тени. А тут будут тени серого цвета.
Так, надеюсь, здесь видно, то у меня тут чат перекрывается. Ой. Видно, да? Хорошо. Так, тогда рисуем. Задний фон. Здесь будет Фудзияма, наверное, это. И потом. А, стоп, это уже лишнее, здесь не надо. И там будет, наверное, лес какой-то. Так, единственное, что здесь надо, вот тут отсюда идет вот этот. Так, сейчас чуть-чуть не так. Оно идет под наклоном, извиняюсь. Так, идет лес, холмы. А там же море. Ну, в общем, как линию горизонта вот рисуем. И здесь сверху они тоже идут. Единственное, чтобы не сливались те ворота с этим фоном, здесь нужно отметить белые линии, которые мы не будем закрашивать. То есть вот здесь. Вот здесь и вот здесь. Так, хорошо. Потом рисуем тень от этой горы снизу. В принципе, она почти повторяет линию горизонта, но она будет серого цвета. Иди дальше, сюда выходит. Так, ну еще там будут тени от ворот эти серые, ну давай тоже их нарисуем. Так и так. И тени на Фудзияме. И останется нарисовать солнце и дерево. Дерево можно сразу маркером нарисовать. Нарисуем солнце. И кровь. Хорошо, в принципе, можно обводить линером
тебя линия, сколько линеров, один или несколько? Один, да? Ну, окей. Тогда ты можешь там, где серое, ты можешь карандашом оставить. А там, где черное, там можешь линером обвести. Купил, кстати, такой вот. Нашел. Тоже, но это не линер, а такой фломастер. Это как обычный маркер, я так понимаю, но это этот фирмы, который у меня линеры Микрон. Ну, в общем, тогда я обвожу все, что черное. Можно начать с волос. Странно, что сегодня скачет так камера. Бывает, то скачет, то не скачет. Так, потом обводим лицо. Так, бровь и челку. Здесь рисуем вторую бровь. Зрачок. И разрез глаза. Так, три зрителя. Всем привет, кто присоединился. Я веду прямую трансляцию по рисованию. Алиса Мартюк, привет, да, ты так нормально запизнилася. Нічого, радий тебе бачити. Зможеш потім по запису намалювати. Як твої справи? Так, нарисували ноздрі. Эту лінію. Можно уголки чуть-чуть вниз опустить. И тень на нижней губе. Так. Потом прорисовываю катану. Кстати, еще одна линия какая-то будет. Нормально. Добрый.
Як у мене справи? У мене теж нормально. Я хворів довгий час. Зараз же, слава Богу, здоровий. Так. Теперь прорисовываем правое плечо. Вот здесь останавливаемся, и потом ворота. Тень навожу. Потом я здесь прорисую горизонт. Здесь аккуратно только там, где кровь, ее не надо. Ну, в общем, чтобы не перекрыть ее. А вот тут в этих линиях можно запутаться, но если смотреть на рисунок, на оригинал, то в принципе все понятно. Так, тут сливается. Вот это я лишнее нарисовал. Кстати, вот эти вот белые линии, что мы рисовали, вот их так выделяем, чтобы потом не закрасить.
Так, вот так, хорошо. Вот эти все другие линии, там где серо, я прорисую тоненьким линером. Вот это у меня был 0,8, я обводил, а это 0,2. Ага, хорошо, Лен. Я просто думал, что обвести тени, но окей, подожду. Аліса, ти взагалі малюєш щось сама? Так, добре. Готово, да? Хорошо. Так, я тогда, обвожу тени. Там, где кровь, я тоже обвожу тонким линером. Так, есть, хорошо. Дальше. А вот нам еще нужно блики на зрачках обвести. И я также обведу солнце. Так, и теперь я стирательной резинкой вытираю все лишние линии. Но я вытираю вообще весь карандаш, а ты, Лена, можешь вытереть
просто лишние линии. Вот эти линеры фирмы Micron хороши тем, что они не вытираются резинкой. Другие размазываются, а эти не размазываются. Ну, конечно, если сразу только линию нарисовал, то они могут размазаться, но так, в принципе, потом не вытираются. Так, хорошо, есть. Дальше, наверное, закрасим красным, тоже, чтобы не запутаться кровь. И солнце. Есть. Потом закрасим серые тени. Так, здесь нос, верхняя губа. Так, что еще? Хорошо, так. Дальше тени на Фудзияме. Под Фудзиямой. Алиса, який мій улюблений колір? Мій улюблений колір синій, а твій який? Тоже синий. Чудово. Лена, у тебя какой любимый? И твой синий. Здорово, собрались любители по синему цвету. Так,
Серый есть. Останется черный. Черный и сакура еще. Так, тут сразу, чтобы не забыть, в принципе, можно линером вот эти мелкие части, ноздри, зарисовать и зрачки. Так, зрачки, и сделаем еще немножко ресницы, так дополнительную жирную линию наведем. И здесь снизу в уголке. Так, есть. Хорошо. Так. Дальше я Так, Алиса, ты любишь розы украшивать кольоровыми олівцями, фарбами, фломастерами или простым олівцем? Ну, зараз я люблю маркерами, ну, ще фарбами люблю, акварелью. Так, я беру маркер обычный, перманентный. Так, дополнительно обвожу контур, чтобы не вылезти. Тут там, где вот эти мелкие кончики, можно, в принципе, оставить, потом линером закрасить их. Так вот я обрезаю. Ну, смотри, Лена, я потом буду закрасывать толстым маркером, перманентным. Если ты обычным маркером, ну, акварельным, таким будешь закрашивать, то да, тогда не обводить. Это я просто черный, я использую перманентные маркеры, потому что они такие насыщенные и тоже не растираются. Поэтому черным я пользуюсь перманентными маркерами. Так, челку тоже я вот так примерно обвожу, потом подправлю линером. Брови можно навести. Хорошо. У меня есть акварельный черный, но он не такой насыщенный. Вот теперь я толстым закрашиваю. Чем еще перманентные хорошие, что у них нету разводов, у них все сплошным таким цветом идет.
как-то рисовал рисунки на заказ для одного японца, так он это просил, чтобы вообще не было разводов, такое как будто бы, ну, напечатано, что было. Так, дальше катану закрашиваю. Так, есть. Ну и дальше ворота и задний фон. Да, тут аккуратно не закрашивайте вот эти белые линии, что мы специально выделили. Так, там где мелкие детали, я тоже потом линером закрашу, чтобы было аккуратно.
Так, хорошо, потом снова толстым маркером. А тут, когда один сплошной черный цвет, можно запутаться. Вот, еще ж гору надо прорисовать. Вот. Извиняюсь, это у меня уведомление. Так, хорошо, теперь линером аккуратно навожу все детали. Кстати, линером можно подправлять маркер тоже, если вышло где-то за контуры. Я так иногда делаю. Линер еще близок по тону к этому перманентному маркеру. Вот поэтому я еще его использую. Так, хорошо. А, стоп, у меня же есть новый маркер. Вот такой, я вот им попробую. О! Вот им хорошо вот такие детали закрашивать. Хорошо, тут кое-где немножко челку опущу. Так, а де ти купляв лінер? А лінери, взагалі перші лінери я виграв в конкурсі, мені їх подарували. А зараз я купляю магазин такий акварелі. Не знаю, чи є у вас в місті такі. Ну, якщо що, по інтернету можна замовити. Так, є, все. Так, осталось тепер сакуру і все.
что мы сегодня задержались. Ну да, рисунок такой непростой. Хорошо, сакуру рисуем, в принципе, просто такими вот волнистыми линиями. И потом беру маркер, ну я такие вот штришки делаю. Примерно так. Думаю, так нормально. Так, хорошо. Вот такая девушка. Хорошо. Буду заканчивать, потому что задержались сегодня. Если что, можно будет дорисовать по записи. Ну, а так, в принципе, рад был, что мы так порисовали. Рисунок мне нравится. От Аліса, радий був тебе бачити. Якщо будеш малювати малюнок, то можеш скинути потім мені. Я викладу в інстаграмі. Так, хорошо, буду заканчувати. Всім пока. Да, пожалуйста, Лена, да. Пока, 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 Алиса.